Вы на канале Дмитроза, мы сегодня будем играть в игру под названием Granny House Online. Это у нас игрушечка по бабуле Гранюле, нашей любименькой. Только она здесь уже более реалистичная. И мы здесь играем по сети с друзьями. У меня эта игрушечка уже когда-то была на канале, но я ее как-то забросил. Вот решил вернуть вместо Identity. Вместо Identity. Так, тихо. Куда-то я подключусь, что-то у меня лагануло, жесть. У меня тут ник не ломоп. Вы, конечно, меня простите, но уж так вот мне пришлось играть. Смотри-ка. Я на какой-то сервер подключился, не знаю. Ну, какой-то сервер. Я играю вот за пацанчика такого вот анимешного. Стиль прикольный, стиль интересный, стиль милашный, чудесный. И мы ждем еще двух игроков. Хотя бы одного, чтобы начать. И мы сегодня попытаемся побыть в роли бабули Гренни. Ну и, конечно же, попытаемся побыть в роли выжившего. В роли выжившего. Но, конечно же, эта игра не сравнится с Identity. Ну, никак. Просто никак. Это просто пародия, чтобы пофаниться. Но я буду в эту игру фаниться довольно-таки часто на канале. Поэтому она у меня пока что из канала никуда не уходит. У меня, наоборот, по Гренни будет намного больше видосиков. Потому что я предпочитаю больше игру Гренни, нежели там другие хоррор-игры. Поэтому у нас будут пародии на Гренни. У нас будут игры про Гренни. У нас будут моды на Гренни. И Гренни онлайн тоже у нас, ребят, будет. Это у нас все будет. Опа. Я за бабульку играю, интересно. Ну что ж, первая катка, можно вот как-то так вот. На превьюшку наверняка. Смотри. Я какую-то ворону выпускаю. Угу. Red Key уже кто-то нашел. Тут бабуля выглядит намного реалистичней. Если бы такая бабка была в Гренни, это бы было очень круто. Но, к сожалению... Ой, бабки. У нас нет, смотри, обхитрил меня, гад. О. Смотри, о, все, лупанули мы ее. Мне другая моя бабка немножечко помогла, да. Смотри, вот на тебе еще. Так, ворону я выпустил какую-то интересную. Нам, значит, нужно идти искать. Так, нам бы сторожить... А, кто-то бы пошел сторожить клетку. Я этим заниматься пока что не хочу, но я пойду, пожалуй. Ой, ой, здравствуйте. Окей, ну, беги себе, я сюда пойду. В клетке, смотри, тут несколько есть чуваков. Там еще есть, я вижу. Смотрите, ой, девчонок много. Так, это просто какой-то отвлекающий маневр видно. Девчонка. Есть, поймал. Смотри-ка, вот еще одна. Девчуля. Что-то она какая-то такая проворная, да? Отстань. Есть, попал. А я попал. И мы попали. О! Есть, смотри, мы просто... Всех. Еще два осталось их. Выживших поймать. И все. И будет все у нас в шоколаде, я тебе скажу. Поэтому мы их ищем по чуть-чуть. Потихоньку, помаленьку. Они там только один красный ключ нашли, поэтому... как бы выиграть не могут. Выиграть не могут. Они выиграть не могут. Так, все, я кругами не буду ходить. Как-то слишком подозрительно и тупо. Шесть! Кто-то освободил всех. Ля. Ну вы крысы, конечно. Смотри-ка. О, еще паренек. Смотри. Ой, гад. Наглый какой. Наглости нет предела. Есть. Еще одного. Смотри, надо щит как-то сделать. Ать. Ты как... Смотри, какой он... Такой быстрый, да? Вот ворону я выпустил. И мы, значит, за ним бежим. Ой! Иди сюда, гад.
Вонючка. Так, 6 выживших. Всех освободили. Смотри, мы уже как-то не так. Нормально шпилим. Он вот отвлекает меня. Да, что-то не так. Что-то явно не так. Что-то ну вообще не так, слушай. Ворону вот я выпускаю. Тихо, во. Ловит, ловит по чуть-чуть. Потихоньку, помаленьку ловит. Смотри-ка. Не-не-не. Все, она тут охраняет. Я тем временем пойду. Я тем временем пойду и посмотрю. Так, 3 выживших бегают. Набегаться не могут. Еще там что-то делают. Вот, я ворону выпустил. Она, по-моему, подсвечивает мне выживших. О, смотри-ка. В капканчик. А, ну, а что, она всех, что ли, выпустили? Это тупо. На, есть, поймал. Мальчика поймали, нет? Мальчика поймали, по-моему. Да уйди ты. Ать, есть, прям в воздухе. Все, ребят, мы выиграли. Катка за Грэнни у нас удалась. Мы выиграли. И все у нас удалось. Давайте теперь хочу попробовать за выжившего поиграть слегка. Конечно, тут за обеих играть сложно. Очень сложно. Ну-ка, я сюда могу. Оп. О, запрыгнул, смотри-ка. Могу даже в воздухе висеть. Просто висю в воздухе. Похоже, у этого паренька текстура намного жирнее, нежели он сам. Так, и чё? И также, может, какие-то наборы мы сегодня пооткрываем, я не знаю. Может, там какие-то сундучки можно будет, может, не можно будет, я не знаю. Нельзя. Вот. Ну, сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть. Вот наш состав, вот наша команда вся. Такие вот интересные. Разноцветный ник у этого пацана. Какой-то донатер явно. Хотя, возможно, скилловый игрок. Так, ждем. Ждем еще одного нашего другана. Так, ждем, 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 ребят, ждем. Так, есть, и мы начинаем. Я играю за выжившего, есть. Это у нас, то есть, удалось. Это у нас удалось, но мне главное избегать этих бабулек. Это самое главное. Я взял вот эти вот пины какие-то. Так, ну это понятно все. Это все, конечно, ясно. Так, тут у нас что есть интересного? Тут какая-то есть комнатка. Тут у нас проход какой-то. Ну окей, я думаю, нам уже нужно... За мной гонится. Потихоньку. Помаленьку. Ой! Уходить. Ну, ля, ну я не умею. Я за выживших тут не умею играть. И вообще тут сложно за выживших играть. Очень. Тем более против каких-то скилловых бабок. Против скилловых бабок это, конечно... На! Прям ей в морду дал. Иди сюда. Получишь, гадина. Смотри, выиграли. Такая быстрая катка. Вонючки. Ой-ой-ой. Гадины такие, смотри-ка. Ну и чё? Я тоже так хочу скиллово играть. Но я так не умею. Что-то эта катка у нас получилась неудачная. Но все же интересная. Графика тут не такая, как в Identity, прелестная. Даже близко. Ну, такая графика интересная. Я больше не буду ее сравнивать с Identity. Потому что и так видно, что Identity намного круче игра, чем это. Так, все, мы начинаем.
Мы начинаем, и я выживший. Окей. Я выживший, который заспавнился вот в такой вот какой-то комнате непонятной. Прям возле бабулек. Не-не-не, вы чё? С ума сошли? Это какая-то новая карта, что ли? Интересно. Это новая карта. Или мне просто кажется, я не знаю. Возможно. Возможно, нет. Так, тут нужно еще также по мини-карте смотреть. Чё да как? Что-то показывает, кто где. Ага. Тихо. На тебе пины. А я тем временем... Ой, это что, завоняло тут, что ли? Баба пёрнула. Баба пёрнула. Блин, да, это новая карта, но... Чё-то мне и в этой карте не везет. И... О, освобождает меня. Thank you. Thank you very much. Большое вам спасибо. Так, я поднимусь, пожалуй, наверх. То что-то с этими бабушками, пердушками мне общаться не хочется. Так, о, тут открыто уже. Ой-ой-ой. Так, тут что? Тут все пусто, хотя вот там бабушка. Там бабушка идет. Green Key уже доступен. Так, а я еще даже ничего не открыл. Ну ок. Я, пожалуй, иду вот сюда. Ай. Тихо. Не, лучше обратно пойду. Я лучше обратно пойду. Так, что тут у нас интересного есть? Есть Red Key. Тут у нас выход. То есть у нас уже все есть. Абсолютно. Абсолютно у нас уже есть все эти штуки. Опа, есть, сбежал, фух. Это было прям мощно как-то. Тихо. Я обратно поднимаюсь, смотри, она за мной гонится. Ай, тут никак, блин, я думал, там окно. Ай, поймали, поймали нас всех. Ну, ничего, у нас есть целых 3 ключа. Нам еще нужно, значит, что-то еще сделать. Но я явно нуб, именно когда я играю за выжившего. Явно нуб. Нужно набирать тут камешков. Побольше себе. Да... Конечно, все очень интересно. Ой, смотри, все в бабу начали кидать. Лови, 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 на, вот тебе, вот тебе. Ой, тихо, тимится. Баба тимилась, но я не хочу с ней тимиться. Смотри-ка. Так, я поднимаюсь. Ой-ой-ой. О май гаш. Это, конечно, было жестко. Но я хочу вот залутать. Вторая шестеренка есть, и нам остается всего третья. Понял, принял. Так. Ищем, что сказать. Все, можно уже сбегать, ребят. А я бегу, бегу. И хочу сбежать. Дед, здравствуйте. Так, все, ребят, вот. Смотри-ка. Мы уже возле выхода. Есть, я сбежал, первый. Первый сбежал. Круто, смотри-ка. Так, есть, я сбежал. Удалась у нас катка, значит, и... О чем хочу сказать? Все сбежали, смотри-ка. У нас эскейп. Все сбежали, круто, бабуля там нервничает, орет, а мы, значит, ливаем. Ливаем, и все, и нам больше это не нужно.
Так, что тут у нас есть в шопе? У нас здесь есть разные штучки. У нас здесь можно купить разные интересные шняги. Но где-то здесь были сундучки. Это я точно помню. Где-то тут можно было вот это вот, что ли? Нет. Так, о, вот шкафы какие-то были. Можно было как-то себе что-то менять. Но что-то я их здесь не вижу. Шоп. Грэнни. Это сколько и что? Клоссес. Это все у нас заперто. И где нам это все приобрести можно? Что-то я не понимаю явно. Так, может тут что-то? Это скиллы. Это что? Это тут можно забирать баблишко. Но где-то здесь можно было купить, я помню, какой-то шкаф, что ли. Вот. И там можно было что-то себе открыть новенькое. Шоп. Никнейм. Так, может Грэнни? Я хочу себе как-то Грэнни вот поменять. Хочу какой-то Грэнни с поварёшкой. Еще что-то. Но у меня это что-то не юзается. Вот, есть какие-то шкафы. Короче, что-то у меня это все не действует. Я не знаю почему, где эти шкафы нам искать. Это все никнеймы. Тут что-то это, тут это. А новеньких я ничего не вижу. Можно как-то вот это вот приобрести, что-то там. У меня ничего не приобретается. Ну что, ребят, на этом все. Как только узнаю, как это все делать, то разберусь. С вами был я, Дмитрозин. Мы сегодня играли в игру под названием Granny House Online. Всем удачи, всем пока-пока.